Основана на реальных событиях. В Театре юного зрителя имени Сеспеля сегодня премьера. В основе пьесы «И снегири промерзли». Классический любовный треугольник на фоне военного времени. Как сложится судьба героев в нашем материале. Автор драмы Владислав Николаев. Спектакль посвящен строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Тяжелая физическая работа, нехватка лопат и кирок, одежда, не защищающая от 40-градусных морозов. Какая уж тут любовь, но она живет, вопреки всему. Я что хотел сказать в этой пьесе? При любых обстоятельствах, будь это война, даже люди всегда остаются людьми. Драма писалась быстро. Уж очень интересный материал был в основе. Историческая память выборочна. Трудовой подвиг женщин и детей осенью и зимой 41-42 годов вспоминают и сейчас, спустя 80 лет. Основное событие спектакля – это, конечно же, сам рубеж. Потому что есть эта сторона рубежа, это мы считаем, посчитали, это тыл. И та сторона рубежа – это фронт. То есть тыл – это жизнь, и фронт – это, конечно же, смерть. Рубеж как метафора, разделивший жизни участников строительства на две части. Поэтому спектакль так пронзительно эмоционален. Вся история учит нас. И еще раз возвращает нас в то время, когда наши бабушки, дедушки отдавали свои силы, отдавали свои жизни, чтобы мы с вами жили вот в это мирное время, когда наслаждались солнцем, покоем и растили своих детей в таких хороших условиях. Все же финал пьесы остается открытым. И что с героями будет дальше, остается догадывать самому зрителю. Создатели спектакля уверены, возвращая зрителей в те нелегкие годы, мы сохраняем настоящее. Яна Яранова, Алексей Зотиков, Дмитрий Салманов, Республика.